Привет, привет, всем привет. С Даньком сидим. Ну, вы все видели. Давайте 200 лайков добивайте, пацаны. Короче, все увидели то, что Данька вчера стрим был. Я к нему залетел. Да, конечно, Майнкрафт. Не, такой не играю сейчас. Залетел к нему на стрим, мы там распились пивком чуть-чуть, потом пошли до клуба, и что-то мы стоим, бля, и хочется пива, реально, пивка еще попить, охота, пиздец. А там народу звало, меня в ВК там очень много. Мы что-то заходим, блядь. Ля-ля-ля, тополя. С пивом, за пивом заходим, я имею в виду. Пошли, блядь. Я думаю, вон, типа, вот тут пивнуха рядышком. В итоге, короче, пивнуха на самом деле была нихуя не рядышком. Мы сделали круга километра 4. Ну, нам заебись было. Мы сделали круга километра 4. Купили пиво, посидели, попили. Короче, вообще просто охуительно отдохнули. Умиротворение-то до этого было. Сейчас сегодня новый день. Вот, потом, короче, блядь, полетели в клуб. Заходим, 200 за вход отдали. Что-то там, блядь, я не знаю, в этом клубе как будто одни, блядь, эти. Все, кто канал мой смотрит, наши каналы смотрят. Все, это, блядь, все в клубе тусуются. Мы что-то заходим, все здороваются, здорово, салам алейкум, вся хуйня. Народу вчера встретил, пиздец. Мы уже такие уже отдохнувшие, ну, не отдохнувшие, такие чуть-чуть выпившие. Они говорят, погнали по ягерю, раз, ягерь. Потом водку я с кем-то выпил. Потом за Даньком перескакиваю, говорю, давай, Данек, я по ягерю еще возьму. Взял еще по ягерю, мы еще по ягерю дали, потом еще по ягерю дали, потом еще по водке дали. Я уже опять на ногах нахуй не стою. Думаю, ебать того в рот, просто. Ну, короче, опять минус 1500. Нет, минус 1000, минус 1000, ну там еще пиво 200 рублей стоило. 1222 рубля, короче, въебал. Подходит чувак, на меня смотрит, говорит такой, слышь, ты меня помнишь? А я помню, ебал, знакомая. Я раньше танцами занимался, он там в этой школе учился, где танцы занимался. Я говорю, да, ты вроде 12 школ. О, здорово, ебать, приятно. Раньше, блядь, ну общались, как, не общались, а просто там здоровались, хуе мое. Сейчас, блядь, подходит, ты меня помнишь. Говорит, ебать, приятно, что помнишь. Я говорю, чувак, я, блядь, я обычный человек. Чё приятного, блядь, ты чё, ебанутый, что ли, совсем? Ну, короче, там много, очень много знакомых было. В итоге мы с Даньком танцами, я раньше танцором, ёпта, современная хореография, джаз-модерн, вот эту всю хуйню танцевал. Нормально, кстати, ебашили, с пулей танцевали, я года 3 пули, лет 6 занимался, наверное. Вот, короче, потом что-то стоим, Даня говорит, давай к тёлкам подкатим. А там вообще, ну, типа, знакомых пиздец, просто все, куда ни глянешь, все знакомые. Короче, в итоге как? Так нам было, мне было 13 лет, 10-11 лет, короче, до 13 лет занимался я. Потом, короче, мы с Даньком, Данек подходит, там тип какой-то, ну такой, ну может 23 года, тёлок клеит двух, таких малолеток, пиздец, ну лет, наверное, по 17-18 от силы, но выглядит очень молодо. Ну что-то там чувак их клеит, Данек подходит, говорит, слышь, типа... Наши, ёпта, или типа отъебись, ну не так, не грубо он сказал, типа отъебись, это наши, типа, тёлки. Ну что-то они там побазарили, я говорю, что это там назревает. В итоге, ну все нормально, я потом к нему подхожу, говорю, что, он говорит, все нормально, типа, все заебись. Он говорит, ладно, пацаны, что за хуйни какой-то будем, да, разбираться. И в итоге тёлок нам оставили, пакетик шмаль так называется. Вот, и, короче, он это, подходит тёлкам, что-то там поболтал с ними, хуё-моё, но они такие, бля, вообще... Ну, не, нормальные, но очень молодые. В итоге, я говорю, Данек, пойдем хлопнем лучше. Пошли еще, короче, водки выпили. Вот, потом что-то с бабами каким-то потанцевали. Потом еще, кем кадетки, электриком, ёпта. Потом с бабами потанцевали. Потом еще с какими-то бабами потанцевали. Еще с какими-то бабами потанцевали. С Русиком потанцевали, с пацанами потанцевали. На улице, салам, брач, здорово. На улицу выходим, там знакомые пацаны пиздятся. А и что с той стороны, и что с той стороны. Ну, не так попиздился, один другому ляпку дал, здорово, его ляпку дал, все, они там словами там порешали. Здорово, шабеш. Вот, ну и короче, что, блять, мы потом... Данек, как обычно, заходим обратно, что-то танцуем, ля-ля-ля, тополя. Данек садится на диван, говорит, я пока посижу. Ну, я вижу, все, ну, пизда. Я говорю, Данек, давай без хуйни. Вот если просто, если ты чувствуешь, что спать хочешь, пойдем домой, мне типа похуй эти танцы, и успеем всегда танцеваться. Мы так 4 часа, 5 часов танцуем. Короче, Данек, не-не, все нормально. Просто факт того, то, что если он заснет, таксон я не смогу вызвать. У меня телефон не позволяет такси вызвать. Я обычно его там скидываю, и он мне вызывает сам такси. Вот. И, короче, бля, я понял, что Блац из каши. Сейчас зайдем, посмотрим, что там. В итоге, блядь, Данька охраны говорит, типа, он охранник тоже знаком был, какой-то, типа, бля, братух, он уже засыпает, давайте. Не играю я в майн, не играю. И все, я говорю, Данек, пойдем домой, мы выходим, говорю, на такси поедем или пешочком, давай пешочком. Мы пошли пешочком,
потянулся. Пошли пешочком, купили водички. Я взял Red Bull на утро, воды. Короче, Данек купил вот эту воду, и я взял там сладкую воду. В итоге мы потом воду перепутали, но это хуйня все. Вот, пошли по булке взяли, посидели, похавали, побазарили за жизнь нахуй. Часика полтора, и по домам пошли нахуй. Мы уже такие уже, мы посидели, уже Данек проснулся, я там проснулся. Я пришел домой, я заснул, и как младенец, заснул за пару секунд. Не, отдохнули вообще охуительно просто. Да, я знаю, минут 15. Да не, ну понимаешь, когда синий, блядь, когда синий. Дед потянулся, трещит. Не, нихуя. Здорово, Скей. Что рассказываешь? Я рассказывал, как мы вчера с Даньком в клуб гоняли, ебаный в рот. CSGO нет, я сейчас не играю в CSGO. Make me, make me.